Отворите волшебные двери, там гуляют волшебные звери. По лесам и полям, незнакомым академикам и агрономам, там летают, сумев сохраниться, и жар птица, и синяя птица, и еще кое-кто из пернатых, те, в которых не верят юнаты. Мне обидно за тех, кто не верит в эти старые добрые двери, кто не верит и дует с опаской на огниво, что высекло сказку. Нет волшебниц среди педагогов, в школе к сказкам относятся строго. Их берут не из школьной программы, а из памяти маминой мамы.